Всем доброго здоровья, замечательного дня и прекрасного настроения. Так, вышла посмотреть, что тут у нас. Ночью был немножко дождик. Ну, мы клубнику полили, то дождик это сверху полил, то хорошо. А сухо, дождик был, сухо. Только там, где в лунках, там, где поливала, вот я вчера поливала перец. Тут чуть-чуть свеклу поливала, то оно и держится. Вот лук я вчера тут уже полила, то там и более-менее мокро. Морковь вчера вот тут с этой стороны. Ну что, а стало прохладно. Вчера было теплее, а сейчас ветер такой прохладный. Кошка вышла. Так, пошла я. Коля принес сумку. Сумку с молочкой. Да, роет уже, роет. Ох, уже. Ладно, что ж ты сделаешь? Никуда не денешься. Природа. Коля уже скупился. Еще рано. Еще 9 нету. Нас тут нашли место. Привозят с села молоко, сыр, сливки. Вот, я договорилась, а Коля сходил. Творог килограмм купили по 70 гривен. Молоко, бутылек, вот, ой, по 20 гривен. Ну, сейчас буду пробовать, даже не знаю, какое оно. И взяла на пробу баночек этой сливки. Сколько ты заплатил за все, Коль? 220. 220 гривен. Это получается 90 и 60. Молоко, 90 гривен. Сливки 90 гривен. Ну, попробуем. А сметану они продают? Я что-то забыла за сметану спросить. Надо, и ты не испытал. Ну, в следующий раз... Ну, есть телефон. До следующий раз, если что, может, сметану возьму. Ну, что, будем пробовать? Сливочки с кофейком, бутербродик. Коля кофе варит. Так, у меня завтрак. 10 часов уже. Значит, овсянки в сухом виде 45 грамм, 300 миллилитров воды. Вот получилась такая каша. Еще я показывала, купили сливки. Здесь 25 грамм черного хлеба, 15 грамм сливок, чуть-чуть солью и кофе. Так мне захотелось. Сливки с черным хлебом, солюшка и кофе. Мой завтрак получается 270 калорий. Вот такой завтрак. В общем, всем приятного аппетита. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии пишите. Ну, все как обычно. Пришла на огород на обед нарвать травки всякой. У нас опять гудит тревога. Не люблю страшно, когда она гудит. Ну, это никому не нравилось. Поднялся у нас ветер. Похолодало. Такая погода не очень. Сегодня 22 число. Хотела всех поздравить сегодня Николая. Летний, как говорят. Спасибо, что мне подсказали. А то у меня мой Николай, он просто меня надурил, а я ему поверила, наивная. Захотелось ему, наверное, 100 грамм, и он отпраздновал Николая еще 19 числа. Сказал, говорит, по радио сказали. Ну, ладно. Так что я всех поздравляю вас с Николаем. Вот, пусть он вам принесет здоровье, благодать, исполнение всех ваших желаний, хороших только желаний, положительных, потому что желания есть разные. Так что вам еще раз здоровья, любви, благополучия, самого-самого лучшего. Как обычно, небо. Очень красивый цвет у неба. Облака такие. Я не знаю, почему так стало. Или я раньше не обращала внимания, или в самом деле небо поменялось. Вот моя черешня. Ну, я вам хочу сказать, много засохло вишень, черешень. Я думала, будет больше, но все равно ее много, нам хватит. Так, ну что, пойду порву травки и сделаю, я хочу эту окрошку. У меня есть кислое молоко, я на кислом молоке делаю. 2 часа дня, вот такой обед. Сделала типа окрошки, она такая густоватая. Ну, больше нету кислого молока. Полностью у меня получилось 600 калорий. Я даже не взвешивала, сколько всего получилось.
Вот. Ну, я насыпала себе, можно сказать, половину. Будем считать, что тут 300 калорий. А вторую половину съем на ужин. Не буду показывать вам уже. Вот. И еще попью цикорий с молоком и яблоки. Получается обед 450 калорий. Такой обед. Всем приятного аппетита. Уже 6 часа, вышла с вами попрощаться, и опять гудит. И опять гудит. Ну, прямо я не знаю. Целый день сегодня гудит. Вы знаете, так это на меня влияет. Ой, а тут, смотрите, пчелки летают. Видно вам, нет? Малинка цветет. Хоть и вот и прохладно, а пчелки летают. Что-то малина будет, что-то там они уже, или ветер поломал, или что, что-то какая-то, ну ничего, малина тоже будет. Вот, гудит и гудит, гудит и гудит. Ой, как это же все, так уже хочется, чтобы было как раньше. Я понимаю, что не будет как раньше, но хочется. В общем, сегодня праздник, никуда я сегодня не ходила, абсолютно ничего не делала, пчел куча. Вроде уже 6 часа, и ветер, и холодно, а пчелы летают. Ну, я с вами буду прощаться. Сейчас видео загружу. Завтра, может, на фитнес схожу. О, солнышко на вечер вышло. Вот хорошо. Вот, если б не гудело, вообще было бы замечательно. В общем, буду с вами прощаться. Всем тихой, спокойной ночи. Вот, завтра будет день, надеюсь, встретимся. Вот, и все у нас будет замечательно. Ну все, до свидания.